Что произошло с утечкой секретных материалов из Пентагона, о которой сообщила газета «Нью-Йорк Таймс»? Была ли утечка, или это все некая выдуманная история? Вот с этой темы я хотел бы начать очередной разговор с Андреем Пиантковским, известным политологом, популярнейшим видеоблогером, который часто выступает на разных ресурсах в YouTube, и не только в YouTube. Андрей Андреевич живет в Америке, и ему, как говорится, на этот вопрос, может быть, сподручнее отвечать, чем кому бы то ни было. Андрей Андреевич, я вас приветствую, и, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер, Игорь Алексеевич. Ну, мне кажется, сподручнее это отвечать будет людям, живущим в Москве. Ну, этот документ, он выглядит таким аутентичным, такой нормальный английский язык, не напоминающий язык выпускников МГИМО или высшей школы КГБ. Но там ослиные уши российских спецслужб и пропаганды, они просто дискредитируют их собственную операцию. Это потери живой силы украинской и российской. Сколько там? 17 тысяч убитых россиян и 70 тысяч украинцев. Ну, вот ради этого и только и затеивалась эта операция. Потому что, ну, что там, собственно, секретного? Это график поставки вооружений американских. Ну, более-менее и об этой номенклатуре, и о времени поставок известно и по официальным трансляциям в прямом эфире заседаний группы «Рамштайн». И, в общем, это легко наблюдается со спутников. Я думаю, что это вот сознательная операция убедить российское общественное мнение. И, кстати, показательно. Знаете, они, сократив, ну, наверное, раз в 5 число погибших в России, они эту цифру называют 17 тысяч. Она же больше, чем в Афганистане погибших за сколько там, почти 10 лет войны. Я не думаю, что это слишком много шума вокруг этой утечки, что там окажет какое-то влияние на подготовку операции, придется менять ее планы. Это все глупости. Нет, ну подождите, вы считаете, что какой-то фальшивый документ российским спецслужбам удалось внедрить в редакцию «Нью-Йорк Таймс», и редакция сочла этот документ подлинным? Ну, во-первых, я плохо отношусь к редакции «Нью-Йорк Таймс», но я так не буду утверждать. Он появился сначала там в социальных сетях, но они с удовольствием воспроизвели. Редакция, вот, есть две газеты, как бы газеты сторонников Демократической партии. Это «Washington Post» и «Нью-Йорк Таймс». Это газеты совершенно разной ориентации. Весь editorial board «Нью-Йорк Таймс» состоит из крайних леваков Демократической партии. Вы помните, был такой эпизод где-то летом, в июне-июле, письмо 30 конгрессменов, демократов Байдена, ну, с таких явно пророссийских позиций, там, надо мир, мир, гибнут люди, давайте прекращение огня и так далее. Все нарративы основные российские там в нем артикулировались. Байден очень быстро подавил этот бунт в течение леваков внутри своей партии в течение суток. На следующий день они написали другое письмо, как бы нас не так поняли. Но они никуда не делись. Да, но они никуда не делись, и их убеждения не изменились. А вот editorial board New York Times успел отметился в самом начале войны гнуснейшим заявлением, гнуснейшим, которое, в общем, носило такой характер, что тут и расширение НАТО виновато в этом. Да. То есть, и поэтому «Нью-Йорк Таймс» все время, любая какая-то неприятность про Украину, любая такая гадость, любой намек на то, что, вы знаете, Запад устал от Украины, вот тут нарастают противоречия между американцами. Это все идет через «Нью-Йорк Таймс», в значительной степени через «Политико». Это органы, контролируемые леваками в Демократической партии. Ведь такая
изоляционистская линия, она характерна для американской политики, но исторически она характерна всегда была. И она сейчас представлена и в демократической, и в республиканской партии. Ну, два предыдущих президента, Обама и Трамп, они ни в коем случае не воспринимали себя как моральные лидеры свободного мира. Они этих слов не употребляли, и значение им было чуждо. Подождите, Андрей Андреевич, ну вот у меня было всегда представление, что два тренда менялись всегда в американской политике. Вот такой изоляционистский и интернационалистский. Я помню, на эту тему опубликовал очень подробную, обширную статью известный американский политолог Роберт Каган, которого, наверное, знаете лучше, чем я. Он еще там по совместительству муж Виктории Нуланд. И, в общем, как бы с материями внешнеполитическими на «ты». Так вот, мы же знаем примеры, когда были у власти в Вашингтоне администрации, которые, наоборот, очень сильно делали упор на распространение демократических ценностей далеко за пределы... Но мы помним Рейгановскую администрацию. Так ну, это, да, не например, это не раздел между демократами и республиканцами. Вот эта линия изоляционизма и линия вот глубинного государства, осознания себя как некого лидера свободного мира, оно представлено было в обеих партиях. Да, безусловно. Я имею в виду, что вот циклично бывает, что независимо, кто находится... У власти, изоляционист или, простите, республиканец или демократ, происходит вот чередование периодов интернационализма и, наоборот, зацикленности. Да, так вот, если взглянуть на сегодняшнюю картину, есть вот совершенно очевидно, это вот, трамповское крыло, если это можно назвать крылом в республиканской партии. Есть вот эти 30 конгрессменов, которые написали письмо с такими же тезисами, которые в другой, может быть, более такой популистской форме транслируют Трампа. Они представлены в обеих партиях. А так вот, Нью-Йорк там все давно, она давно меня раздражает, как явный такой голос вот этого леваков изоляционистов. Причем леваков изоляционистов идейных. Если трамписты, они изоляционисты, такие как бы прагматики, что вот Америка должна быть сильной, поддерживать отношения, исходя из своих экономических интересов, ничем себя не связывать, то у этих леваков есть такая определенная антизападная, вот эта левацкая. И они идут, они дети и внуков вот тех американских интеллигентов 30-х годов, для которых тоном приличным тоном было быть агентами КГБ, например. Вступать в компартию. Да, помните, целую часть, многие знаменитые физики, участники Манхэттенского проекта, они тоже были подвержены. Вот эта тенденция, она никуда не ушла. Ну, это в Европе было. Извините меня, британские аристократы добровольно становились... большая Кембриджская четверка. Ну это, да, я собственно об этом и говорю. Правда, они сначала их антибританский, антисистемный протест возник на почве их нетрадиционной сексуальной ориентации, но потом эта сексуальная ориентация нашла выражение нетрадиционной политической ориентации. Ну, все-таки Ким Филби был вполне себе мускулинным персонажем и менял женщин как перчатки. Ну, а вы помните ужасную судьбу того, прекрасный английский фильм был о судьбе этого члена четверки, который в Советском Союзе доживал свою же... Ну да, вы имеете в виду Гая Бёрджесса, который был, да, действительно открытым геем. Да. Вот, это мы ушли слишком далеко от темы, но вот я просто об этом давно хотел сказать, от «Нью-Йорк Таймс». У них вот эта левацкая тенденция скептицизма, вот как мягко говоря, к поддержке Украины, она всегда сказывалась. Мне кажется, что вообще есть такая особенность современного левого политического крыла и в Америке, и особенно в Европе. Вот эта левая болезнь, она, не знаю, детская болезнь левизны или не детская, но она сопровождается, вот, знаете, таким абстрактным пацифизмом. Нет войны, остановить войну. Как будто бы вот
какая-то есть еще другая война, кроме той войны, которую развязала Россия против Украины. Как будто бы украинцы ведут еще какую-то свою собственную войну, а не обороняются от агрессора. Смотрите, вот Папа Франциск, яркий пример, который вот только что призвал к прекращению огня, к переговорам, к остановке кровопролития, как будто бы непонятно, что сейчас остановка огня, прекращение кровопролития, переход к переговорам – это, по сути дела, в интересах агрессора. Так? Ну, а это же всегда было. Вспомните, как Советский Союз использовал для этой цели так называемое движение сторонников мира. Именно вот эти настроения левацко-пацифистские эксплуатировались. Но вот у Путина сейчас появился новый союзник, кроме традиционных леваков, его союзники являются правые. Вот Трамп, да, по всей Европе, возьмите вот эти фашистские тенденции, альтернатива для Германии, Ле Пенш, Берлускони. Вот такой право-левацкий союз. Это вот те, на кого ориентируется Путин на Запад. То есть вот сегодняшняя политика руководства Соединенных Штатов, а она, кстати, вы заметили, что та же позиция байденовской администрации, она ужесточилась. Вот Блинкен чуть ли не каждый день, еще в более жесткой форме, чем украинского указа, повторяет вот ту формулу, которую только сейчас предложили, что ни в коем случае никакого прекращения огня. Прекращение огня это сыграет на руку Путина, который перегруппирует свои силы и с новой энергией начнет агрессию. Вот очень, раз уж мы заговорили об американском внутриполитическом контексте, очень положительным для нас событием в последние буквально две недели, по-моему, было стратегическое решение эстеблишмента республиканской партии, с каких позиций атаковать будет Байдена в ходе избирательной кампании по вопросу Украины. То есть было как бы два предложения. Трамповское, которое обвинял Байдена, что тот своей неразумной политикой поддержки Украины толкает мир к Третьей мировой ядерной войне, тратит там миллиарды долларов на Украину, когда в Америке бушует инфляция и так далее. И другая политика, другое обвинение, то точка зрения, которое артикулировал вот очень молодой, энергичный, новый председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам МакКол и такие сенаторы, как Грэхэм, критика Байдена за недостаточную поддержку Украины. И вот возобладала точка зрения, что нужно вести всю республиканскую кампанию, именно критикуя Байдена за недостаточную точку зрения, поддержку Украины. И наиболее четко это выразилось в таком перевороте на 180 градусов наиболее популярного кандидата и, скорее всего, на мой взгляд, он и получит номинацию, это губернатор Флориды Де Сантис. Еще две недели назад он отметился таким, ну, очень напоминающим трамповскую демагогию замечанием, что, ну, там, что такое, какой-то пограничный спор между Россией и Украиной за тысячи километров от Соединенных Штатов, это не имеет отношения к нашим коренным вопросам нашей безопасности. А вот в последнее время он каждый день уверяет публику, что его неправильно поняли, а чтобы доказать свою новую позицию, кровью расписывается, называя Путина и кровавым преступником военным, сидящим на бензоколонке, размахивающей ядерной бомбой. Это очень полезная для нас тенденция. И вот эта ужесточившаяся, бескомпромиссная риторика сейчас Остина и Блинкина, она показывает, что эта атака республиканцев на Байдена придала им силы во внутренней борьбе внутри администрации с такой соглашательским крылом, условно говоря, Селливана и Бернса. Для нас вырисовывается очень благоприятная картина избирательной кампании. Республиканцы и демократы борются за то, кто лучший друг Украины и кто способен оказать большую поддержку. То есть эта критика со стороны республиканцев будет подстегивать
администрацию Байдена. Конечно, это уже не будет, это уже делается, это очевидно вот в риторике Блинкина, Остина, в практических шагах по оказанию военной президент помощи. Зеленский сказал бы, не нужна мне ваша риторика, вы мне пришлите самолеты и танки. Ну, и он правильно это говорит, но есть танков уже как грязи, извините. А что касается самолетов, ну, во-первых, пошли самолеты МиГ-29 советские, они долго очень не шли, вы знаете, еще несколько месяцев назад. Так они переоборудовались подвеской для американских и британских бомб и крылатых ракет воздушного базирования. Кстати, мы не знаем, какие это ракеты, вот этот самый сверхсекретный документ нам ничего об этом не рассказал, кстати. Вот Риши Сунак все время давно уже подчеркивал, что мы первые передали Украине танки, мы первые должны передать и самолеты, и крылатые ракеты воздушного базирования «Сторм Шейдова». Они давно говорят на российских пропагандистских каналах и перетаскивают все время свои противовоздушные системы то в Лужники, где там появляется Путин, то на крышу здания Генерального штаба, то на вокруг Валдая и так далее. Ну а кроме того... А что эти ракеты могут долететь до Москвы? Они их... От 700 до 1000 километров их дальность. До Москвы они летают очень. Ну, кроме того, появились в последнее время у украинцев ракеты собственной разработки. Ну, собственно, это значит вместе с Западом, конечно, Сапсан. И, наконец, я просто хочу задать скептикам такой риторический, и хулителям американской помощи. Нет, ну, конечно, надо больше. Оружия никогда не хватает. Конечно, больше. Но давайте задумаемся, вот... У нас есть масса совершенно точной информации, что десятки лучших украинских летчиков, возможно, даже более сотни, проходят сейчас подготовку в четырех странах – Великобритании, Соединенных Штатах, в Польше и во Франции, осваивая, соответственно, «Тайфун» английский, F-16 американский и, как выяснилось недавно, и даже французские «Миражи». У меня такой вопрос. Вы когда там, как сказал наш друг Блинкин, через ближайшую неделю начнется вот эта решающая схватка на юге Украины, вот эти замечательные летчики, они будут продолжать занятия в своих учебных классах? Нет, я почти уверен, что они появятся за штурвалами вот тех самых самолетов, которые они осваивают в небе Украины. Мне кажется, вот дискуссии о том, о масштабах и номенклатуре американской помощи пора уже прекратить. Мы все окончательные ответы мы получим в самое ближайшее время на поле боя. Ну, кстати, вы, наверное, обратили внимание, что появились сообщения о том, что сроки подготовки, скажите, не подготовки, а переподготовки украинских летчиков, о которых вы говорили, были ошибочно переоценены. Вот когда шла речь там о том, что нужно чуть ли не полтора года... Ну, это же талантливые мотивированные люди. Это не первый раз, когда украинские военные удивляют американских профессионалов. Нет, ну, сейчас, в общем, договорились вроде бы о том, что нужно всего 6 недель для того, чтобы переподготовить опытного летчика, водить современный истребитель. Что это... Да, что да, это сложно, это как пересесть с запорожца на Мерседес, но не настолько сложно, чтобы вообще этому учиться полжизни. Но вы это знаете, так, в порядке реплики. Да, вот этот феномен о переориентации республиканцев, он носит более общий характер. Это выработка консенсуса американского политикума о том, что Путина надо победить здесь и сейчас. Ну, почему республиканцы довольно долго оставались такими скептиками к украинской операции? Там был популярен такой взгляд, мы все его знаем прекрасно. Наш самый главный враг – Китай. На это нужно сосредоточить все силы. А
администрация Байдена слишком много внимания уделяет Путину, и вообще хорошо бы, ну, в самой крайней форме, точки зрения, этот Трамп все время повторял, хорошо бы Путина перетащить на нашу сторону. Ну, для этого надо пойти ему на уступки в каких-то чувствительных для него и незначительных для нас вопросов. Ну, понятно, что имеется в виду. Но вот этот визит Си, и когда Си приехал в Москву и просто как хан Золотой Орды выдал князю московитов ярлык направление до 2030 года и подписал с ним 14 экономических соглашений о полной передаче практически ресурсов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Но в Америке поняли, что никакого самостоятельного пул, которого куда-то перетягивать, уже нет. Есть пул вассал Китая. И более того, не только визит в Москву, вы же видите, какую активность проявляет товарищ Си в последнее время. Став императором Китая, по существу, осуществили государственный переворот, покончив с этой линией традиции Дэн Цзяньпина на сменяет Россию, он срочно темпами начал сооружать свою империю зла. Именно так уже ее называют американцы, точнее, они называют ее Legion of Doom. Это перефраз какого-то популярного сериала «Легион тьмы». Он достиг большого успеха на Ближнем Востоке, примирив, ну, посмотрим, насколько и надолго ли, но тем не менее, Иран и Саудовскую Аравию на явно антиизраильской и антиамериканской основе. И то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, вот это обострение, это в значительной степени и результат вот этих усилий. И поэтому сейчас общий нарратив американского политического: нам предстоит империя зла. У этого китайского дракона вот есть две головы дополнительных, русская и иранская, и самый эффективный способ борьбы с этим драконом — как можно быстрее отрубить ему и русскую, и иранскую голову, тем более, что для этого у нас есть, во-первых, замечательная армия Украины, которая готова разгромить русскую армию, и прекрасная армия обороны Израиля, которой мы почему-то несколько лет не позволяем нанести обезоруживающий удар по ядерному комплексу Ирана. Вот такие установки сейчас очень неприятные для России и очень благоприятные для Украины. Такие вот ветры господствуют сейчас у нас здесь, на Вашингтонщине. Хорошо, вы оттуда, с Вашингтонщины, наблюдаете, например, за поездкой Макрона и Урсулы фон дер Лейен в Пекин? Да, конечно, в Вашингтоне смотрят на это с таким снисходительным скептицизмом. Это продолжение французской политики де Голля: «Grandeur de France», «Grandeur de France». Франция должна быть затычкой в любой геополитической бочке. И вот, ну, это все блестящие результаты, пожалуй, самой искусной геополитической комбинации товарища Сталина, когда он назначил Францию победителем во Второй мировой войне. И с тех пор все французские президенты играют в одну и ту же игру. Они, вот это «Grandeur de France», выражается в том, что они себя позиционируют как некие посредники между Западом и Советским Союзом и Россией. Бесконечные поездки французских президентов в Советский Союз, в Россию, бесконечные разговоры телефонные Макрона с Путиным. А теперь, когда Путин стал военным преступником, туда ездить уже неудобно. Ну, Великая Франция нашла нового тоталитарного лидера, с которым она будет пытаться играть роль посредника между Западом, мы говорим, Соединенных Штатов, и вот новым тоталитарием. Это традиционная роль французских президентов. Подождите, ведь Урсула фон дер Лейен поехала вместе с Макроном, так сказать, в качестве злого следователя. Она, помнится, за несколько дней до визита выступила с очень жесткими оценками
Она говорила и о нарушениях прав человека, и о ситуации в Сирии. Конечно, конечно. Но это прекрасно понимал Си, и он, собственно, общался с ними практически по двум разным дорожкам. С Урсулой довольно жестко и холодно, с Макроном так чуть ли не по-отечески. Ну, Китай с удовольствием будет разыгрывать французскую комбинацию вот этого Grandeur de France, как советские вожди ее разыгрывали 70 лет. Ну, послушайте, а как в это вписывается заявление нашумевшее китайского посла при институтах Евросоюза в Брюсселе? Исключительно позитивно, исключительно позитивно. Вот здесь это совершенно другая тема. Вот Китай вообще-то нам не друг. Китай – это вот один из этих тоталитарных государств, собственно, организатор вот этой империи зла Ирана, Российской Федерации. Ну и сам Китай во главе, туда же пристегнуть можно и Корею, и Белоруссию. И его план вот этот, ну план это ничего нового по сравнению с планами вот тех самых всяких Францисков, Масков и итальянский план мира. Помните, 16 июня приезжали три премьер-министра, куда их послали по адресу российского корабля. И меня просто удивляет вот этот ажиотаж, в том числе и в украинской медиа, о том, вот позвонит ли Макрон, позвонит, извините, Си, позвонит ли Великий Си. Да с чем он позвонит? Вот с тем же планом, который абсолютно неприемлем для Украины. Очень хорошо, по-моему, эту тему оборвал вчера офис президента Украины, который заявил, что единственная возможность достижения мира – это полный вывод российских войск со всей территории Украины. Он напомнил, что это не просто план Зеленского, это позиция Большой Восьмерки, дважды были сделаны эти заявления. Но есть интереснейший момент, чрезвычайно позитивный для Украины, в китайской позиции. Китай категорически, громко выступает не только против использования ядерного оружия, но и против использование угрозы ядерного, против ядерного шантажа. Делает это не из любви к Украине, не из своих гуманистических каких-то устремлений, а по совершенно очевидным своим национальным государственным задачам. Такого государства. Китай имеет территориальные споры, с 11 из 14 его соседи. Ну, самое масштабное, конечно, с Россией. Хотя с Россией, кажется, уже не имеет все эти споры. Он закончил публикацией знаменитой карты за неделю до визита Си. Так вот, Китай очень в этих странах, прежде всего Японии, Южной Кореи, да на том же Тайване, очень громкие раздаются голоса, что нам немедленно надо овладеть ядерным оружием, надо иметь свою ядерную бомбу, чтобы это, по крайней мере, было каким-то механизмом сдерживания возможной агрессии с Китаем. Ну, они не хотят повторять опыт Украины. Вот если бы была бы хоть одна ядерная бомба, наверное, а у Украины там было сколько этих, я не знаю, там боеголовок достаточно, десятков. Много. Много. Было много. Ну, вполне достаточно, чтобы трахнуть по всем возможным резиденциям господина Путина. Так вот, об этом все громче кричит политики в этих странах. Для Китая нетерпимо категорически некий прецедент использования ядерного оружия на поле боя и даже шантажа. Ну, помните, Си эту тему открыл давно, еще в сентябре прошлого года на саммите ШОС, по-моему, в Самарканде, да. В Самарканде вот сделал на глазах всего мира очень резкую выволочку Путина, что лидеры ядерных держав так себя не ведут. Это очень важный пункт для Китая. А Путин в своей глупости, он этого не понимал. И он совершил, ну, в какой-то степени, ну, роковые ошибки он совершил давно. Ну, самой крупной ошибкой была ошибка его родителей, которые не использовали предохранительных средств. Это и было роковой. Но вот та ошибка с его продвижением ядерного оружия Белоруссии публично, когда он там, положив ноги на стол, несколько часов с удовольствием рассказывал, вот 3 апреля
Искандеры там заполним, а 1 там, июля хранилище подготовим. Это он сделал через 2 дня после того, как он поставил подпись вместе с товарищем Си на документе, где в одном из первых пунктов был, я потом внимательно перечитал. Там было насловно, что договаривающие стороны категорически возражают, считают недопустимым размещение ядерными державами ядерного оружия на территории неядерных держав. Это очень важный момент для Си. Я абсолютно уверен, что китайская сторона писала этот пункт по тем причинам, вот, которые я уже изложил. Но не успел товарищ Си долететь до второго запретного города, как вот Пул вывалился. Я даже... Есть версия, что он что-то хотел показать свою независимость по отношению к Пулу. Ничего по отношению... Да ничего подобного. Просто не понимал значения. Ну, уж подписал что-то там, масса вещей какие-то. А для него это очень важно. Для него это физиологическая потребность грозить ядерным оружием. Никакой другой возможности показать свою значимость, что он сильный, страшный, что бояться его нет. Он явно проигрывает войну на конвенциональном уровне. Это уже знает, мы, может быть, у нас будет время, поговорим об этом. Об этом уже открыто говорит и вся его пропаганда. Единственное, у него просто физиологическая потребность размахивать вот этой ядерной елдой. Поэтому он совершил эту глупость, но Китай несколько дней молчал. Все ждали Совета Безопасности 31 марта, по требованию Украины было создано для обсуждения этого вопроса. Там китайский представитель выступил очень жестко, четко, но так холодно, не называя Пу. Мы категорически против размещения ядерного оружия. Точка. И вот, наконец, это заявление товарища Фу Цзи. Мир уже выучил эти иероглифы. Это посол ЕС. И, по-моему, он сделал это интервью, это заявление Financial Times, самой солидной газете. Он там невероятные вещи повторил. Ну и все там разговоры о союзе без границ, это риторика, и мы не поддерживаем Россию. Это была мощнейшая оплеуха стороны товарища Си по своему вышедшему из повиновения неразумному вассалу. Подождите, если мне память не изменяет, это первый случай, когда китайский представитель говорит прямым текстом, что мы не признаем аннексии Крыма, и мы не признаем аннексии оккупированных России территорий континентальной Украины. Но ведь кто-то наверняка скажет, послушайте, но это посол заявил, это же посол заявил, кто такой посол и кто такой Си? Ну, вы знаете, в Китае такие вещи не делают себе по такому чувствительному вопросу. Без санкций императора какой-то посол. Это очень, я объясняю, что это очень чувствительный вопрос для Китая в двух планах. Ну, во-первых, он категорически ему не нужно, чтобы у его соседей появилось ядерное оружие, а поэтому его категорически не нужно, чтобы кто-то болтал об угрозе ядерным оружием, вообще возникала возможность его... А потом сам факт вот такого неуважения к товарищу... Ну, мы с вами бывшие советские люди, я немного постарше еще застал времена товарища Мао Цзэдуна и Сталина. Вот все основные конфликты в советско-китайских отношениях, они же сражались на поле боя, мы помним, там, Даманский, возникали из-за неуважения китайцев. Китайцев возмущала вот это та позиция старшего брата, которая все время пыталась применить, как ко всем вассалам Советский Союз. Но если как-то еще, скрипя зубы, Мао терпел такое отношение Сталина, то попытки Хрущева действовать в таком же плане, они натолкнулись на очень резкую. Да не идеологические какие-то там догмы коммунизма, а вот не уважают они нас. Вот это вызывало резкую реакцию. Я вам расскажу, если у нас это займет несколько минут, но я
на меня большое впечатление эта история произвела. Вот один польский дипломат известный, он, я не буду называть имя, но он хорошо известен в Украине, он как раз в ключевые годы, 13-14 год, был послом Европейского Союза в Киеве. До этого он работал в Москве, мы с ним очень дружили. И вот он мне рассказал такую историю. Совсем молодым человеком он работал в польском МИДе там в 60-е годы, когда не было дипломатических отношений между Китаем и Соединенными Штатами, была такая процедура. Они в Варшаве, послы США и Китая, раз в месяц встречались. И вот этот молодой человек обслуживал, там чай с бисквитами они пили. Он был техническим работником. А в основном беседы были, ну вот как погода в Варшаве, ну вот, кажется, наступает весна. Вот так они беседовали, подготавливая почву для исторического визита потом Никсона и Киссинджера, когда все изменилось, извертелось. И вот он как-то сошел с этим послом, они, с китайским они разговаривались, и он у него поинтересовался, а как вы объясните вот такой резкий характер ваших, такую враждебность ваших отношений с Советским Союзом? И тот, он рассказывал мне очень эмоционально в ответе, они позволили себе оскорбить великую державу. Мы никогда этого не простим. Это имелось в виду вот резкие решения Хрущева, помните, так, ну вы, наверное, не помните, вы были еще мальчиком, но помните из исторических учебников. В один день там отозвали всех специалистов из Китая, убрали всю техническую помощь. Вот это они оскорбили. Это очень важный мотив в отношениях Советского Союза, Китая, России, вот этой выходки они Путину никогда не забудут. То есть они не откажутся от тех замечательных результатов, которые получили благодаря этим 14 соглашениям. Да, собственно, соглашения просто фиксировали уже существующую там доминирование Китая в этих регионах. Они не откажутся от политической поддержки Путина, там, всем антиамериканским заявлением. Но я вам скажу точно, уж поставок оружия, если раньше это было маловероятно, теперь это не будет никогда, и отношения будут очень жесткие. Путин кто же очень... у Путина остался? На кого надежда? Эрдоган? Ну, во-первых, Эрдогану нужно еще переизбраться, но, во-вторых, по-моему, Эрдоган несет громадную угрозу любому путинскому влиянию на Кавказе. Южный Кавказ он уже отобрал у Путина, теперь Средней Азией занимается. А Лукашенко, вот у меня есть такая гипотеза мотивации Лукашенко. Почему он охотно идет на всю эту риторику с ядерным оружием? Ну, наверное, чтобы... Ну, Путину как-то нужно повышать градус. Наверное, физически перевезут какие-то ядерные бомбы. Я думаю, Лукашенко разрабатывает сценарий дня Х, ну, после, скажем, взятия условно Мелитополя и разрушения Крымского моста, когда с Путиным все будет ясно, Лукашенко арестует белорусскими войсками, займут позиции эти вокруг этих ядерных объектов, и Лукашенко объявит миру, что он спас его от страшной ядерной угрозы. Проклятый Путин хотел использовать ядерное оружие, вот Лукашенко спас человечество. Вот, возможно, он отрабатывает вот такую схему. Ну, во всяком случае, я думаю, что, и вы со мной, наверное, согласитесь, что он сейчас, как и многие другие персонажи, напряженно думает о том, как бы уцелеть и как бы сохранить власть. Вот вы обратили внимание, я сегодня уже на эту тему разговаривал и с вами хочу этой мыслью поделиться. Вы обратили внимание, что исчез с горизонта и перестал делать какие-то пламенные пропутинские заявления Рамзан Кадыров? Ну, Рамзан Кадыров давно исчез, да, это все обратили внимание. Ну, Рамзан Кадыров... И не только пропутинский, он же был в союзе с этим самым Пригожиным, который не Иосиф, а Евгений, и они бесконечные нападки вместе ввели на генеральный штаб. Я не могу сейчас процитировать в нашем эфире те термины, которыми они определение награждали Герасимову и Шойгу. Он ушел из этой внутренней борьбы, внутри Кремля.
Он занят, в общем, своей ролью руководителя независимого государства Ичкерии. Он уже в постпутинской реалии. Ему важно, и он позволяет себе очень неоднозначное заявление. Помните, он как-то говорил о том, что, как бы упрекая украинцев, а вот 15 лет назад мы, государство Ичкерия, мы сражались героически с империей, а нас не поддержал ни Запад, ни вы, украинцы. И как бы обращаясь уже к чеченскому, да, он создал армию, которая ему нужна для двух целей. Ну, во-первых, защищать независимость Чечни. Он же в постпутинской России, он прекрасно понимает, что он же держится на личной унии с Путиным, а все силовики Кадырова ненавидят, и они, конечно, предпримут попытку ликвидации его. И кроме того, у него много кровников и в самой Чечне, которые не все были в восторге от этой его унии с Путиным. Он как бы, да, он получает, и он апеллировал к ним. Вот его самым удивительным тезисом в его вот этом выступлении скандальном было: да, мы заключили, но вы же видите, какие миллиарды долларов пошли в Чечню. Ну, то есть, фактически, если он говорил на чеченском, я подозреваю, что текст был: вы же видели, какую дань я заставил этих русских собак платить нам. Так в чем же вы меня упрекаете? Он вот весь вот в этих уже внутри Ну, то есть он чеченских решил проблемах. напомнить о своих заслугах перед независимой Ичкерией, что он за эту независимую Ичкерию в свое время сражался, и если бы не предательская позиция Запада, который нас не поддержал, И Украины, да. глядишь, мы бы жили в другой стране. Но это именно так он говорит. То есть То есть он это уже. заявка на то, чтобы стать лидером Северокавказского Эмирата Именно, Имамата. не только чеченское, его, конечно, его амбиции, он же все время со всеми своими там соседями конфликтует тогда. Он уже живет в постпутинской России. А где живут эти самые, что-то меньше стали о них говорить, эти ЧВК, их же, мы в прошлый раз с вами беседовали, тогда их было 27, сейчас их уже за 30. В какой России живут вот эти владельцы, авторы этих ЧВК? Конечно, тоже в постпутинской и поствоенной, потому что для войны с Украиной эти ЧВК не нужны, они только мешают. В армии основной принцип – это единоначалие. Это ЧВК, созданное для будущей мафиозной войны. Вот ленинский лозунг «Превратим империалистическую в гражданскую» – он с поправочкой идет. Гражданской не будет. Для гражданской войны нужны граждане. Их как-то не наблюдается в России. А вот «Превратим империалистическую войну в мафиозную» – вот этот лозунг, он на повестке дня. Ну, слушайте, в случае серьезного вот этого обвального поражения России, конечно, Путину не удастся удержаться у власти и всего ему клану, но это же делает бесхозной громадную собственность, да всю собственность России, потому что вся собственность России, даже лично не принадлежащая, скажем, Путину и его подельникам, все равно какими-то путями договоренностей она замыкается на администрацию президента. А тут все обнажается. Кому принадлежит Норильский никель, Красноярский алюминий, Газпром, Сургутнефть, ГАЗ? Это вот для этого эти вопросы сейчас волнуют крупных игроков России гораздо больше, чем принадлежность Запорожской там Народной Республики, уверяю вас. Смотрите, два громких дела. Одно – обвинение в шпионаже, которое предъявлено уже журналисту Wall Street Journal Ивану Гершковичу, арестованному в Екатеринбурге. И второе громкое дело – 25 лет требует прокуратура за государственную измену якобы оппозиционному политику и общественному деятелю Владимиру Карамурзе-младшему. Ваши ожидания? 25 лет в тюрьме Володя не просидит. Он выйдет гораздо раньше. Гораздо. По моим прикидкам, через несколько месяцев. Вы думаете, что Запад начнет переговоры о его
освобождение в обмен на кого-то? Не думаю. Я думаю, что этот вопрос, так же, как и масса других вопросов глобального развития истории 21 века, будет решаться на поле боя в Украине. Угу. Вот в ходе вот этой контрнаступательной операции. Кстати, вы заметили изменившуюся тональность российских пропагандонов? У них появился какой-то синдром, я бы сказал, синдром безнадежности и пораженчества. Ну вот посмотрите, ну, мы не договорили немножко о Лукашенко. Он же сделал поразительное заявление 31 марта, обращаясь к народу. Он сказал, надо кончать эту войну. Солдаты с обеих сторон не понимают, за что они воюют, не понимают, за что им приходится завтра идти умирать. Ну хорошо, это украинские неонацисты, загнанные, мобилизованные. Это не... А как же вот русские солдаты, они тоже ничего не понимают. И это, ну, это просто настолько противоречит всему содержанию российской пропаганды. Это революционное заявление. Вот меня спросили, а вот товарищ Фу мог бы сделать то заявление, которое он сделал, без санкций товарища Си? Я вам решительно ответил – нет. Я думаю, что вот это заявление Лукашенко – это тоже не самодеятельность, это методичка от некого коллективного ПУ, ну, который набрасывает тезисы. ПУ набрасывает тезисы для реакции на результаты весеннего контрнаступления. Я еще аналогичные примеры. Ну, маршал российских пропагандистских войск, известный Соловьев, он же Шапира, несколько раз в последнее время он вбрасывает сознательно тоже по указанию кураторов мем «Частичный успех». Он говорит, да, серьезная военная... Да, они как кролик перед удавом. Вот сидят перед этим украинским весенним наступлением. Где нарративы о том, как бы предупредить наступление контур? Нет, они рассказывают, мы делаем первую линию обороны, вторую линию обороны, третью, им будет очень трудно пройти. Да, они мобилизуются. Частичный успех, цитирую Соловьева, в весеннем наступлении не решит исход войны. В войне мы все равно победим, потому что с нами Бог, потому что мы русские, потому что мы там еще ядерное оружие. Вот Митунц, у кого-то это на пряжках было написано, с нами Бог. Да, правда? Да, мы это помним. Да. Но, Андрей Андреевич, простите меня ради Бога, извините меня покорнейше, но вы, на мой взгляд, слишком высокий чин присвоили господину Соловьеву, если вообще господина можно назвать. Но какой он маршал? Маршал российских пропагандистских войск – это Олег Борисович Добродеев. Может быть, там генерал армии при нем Константин Львович Эрнст. Да, в этом смысле, они руководят российской пропагандой. Да, а но... у них марионетками служат. Ну так это же текст мем. Вы же понимаете, что мем о частичном успехе, он был санкционирован именно вот там, по той же линии, о которой говорили. То есть у меня Эрнст Добродеев. Но они же не сами это. У меня один вопрос. Мне, кстати, интересно знать ваше мнение. Потому что вот этот тезис о неизбежности какого-то успеха весеннего наступления, ну, он характерен для всего настроения пропагандистов. Это спущено неким коллективным Путиным. Так вопрос, который я себе задаю и не знаю ответа. А вот физический Путин в этого коллективного Путина входит или уже нет? Мне вот трудно представить, насколько я понимаю личность Путина, что вот он примирился вот этой с неизбежностью частичного, назовем в кавычках, успех наступления, после которого о чем-то очень серьезном, как минимум, придется договариваться. А вот то, что некий коллективный Путин, кроме него-то все пришли к этому выводу. Ну, судя по разговору Пригожина, не того, который с кувалдой. Ну да, а Иосифа Виссарионовича. Махмедовым, да? Мне кажется, что они транслировали настроение
которые доминируют в значительной части российского правящего класса. И я думаю, что такой разговор мог состояться и между Добродеевым и Эрнстом, если бы они где-нибудь там у себя на Сардинии, где, говорят, у них есть заграничная недвижимость, вот они там же где-нибудь прогуливаясь по Сардинскому побережью, где их не могли, наверное, подслушать, примерно такие же разговоры ведут, может быть, в несколько иных, не таких приблотненных выражениях, а может быть, и, что называется, на хорошем русском мате. Я не думаю, отвечая на ваш вопрос, мне как-то не верится в то, что вот Путин со всей его упертостью, зацикленностью, который, как утверждают некоторые источники, совершенно перестал кого-либо слушать, и не воспринимает никаких аргументов, и говорят, что даже с близкими соратниками начал на этой почве ссориться, что он вдруг изменился и допускает мысли о каких-то отступлениях, маневрах, компромиссах. Смотрите, даже, как я понял, и Си в этом убедился, и не только Си. Очень многие политики, которые контактировали с Путиным, их немного, но практически все они, извините, вот я просто ошибся, многие там, немногие западные политики, которые за год с небольшим войны контактировали с Путиным, как правило, вы же помните, выходили после этих разговоров с перевернутыми лицами, со словами, что, боже мой, там он не хочет менять ни на йоту своей позиции. Ну что ж, вы меня убедили в той версии, которую я и сам придерживаюсь, что это Соловьев, извините, не маршал, а ну, подполковник, скажем. Он подполковник – это тот же чин, до которого Путин в свое время дослужился. Нет, нет, тут общее заблуждение. Путин дослужился до майора. Просто когда он ушел в отставку в российских этих военных структурах, всегда дают на одну звездочку больше отставнику, чтобы он пенсию на 10 рублей получил. Поэтому он стал подполковником, он был только в отставке. На 10 же службы он служил, что мое. Это деталь, но очень важная. Но вот мы с вами, может быть, это один из основных выводов нашей сегодняшней беседы, что коллективный Путин активно готовится, ну, к какой-то форме, скажем так, мягкой капитуляции. И вот эти сигналы, которые подает Лукашенко, этот самый Соловьев и основная масса, даже у этой деревенской дурочки Скобеевой эти мотивы проскальзывают. Ей страшненько, ей хочется сказать ей «беги, Оля, беги». Это хорошее. Вот мне очень плохая морально-политическая подготовка всей российской военно-политической структуры к весеннему контрнаступлению украинской армии. Вот, мне кажется, это очевидно. Ну, осталось ждать недолго. Несколько недель. Да. Судя по тому, что поступает информация о эвакуации, скажем так, о подготовке к эвакуации Бердянска и Мелитополя, и в сети уже появились соответствующие распоряжения мэров-коллаборантов этих городов о том, чтобы к 12 числу подготовить соответствующий транспорт для эвакуации тех, кто подлежит ей в первую очередь, но можно предположить, что они ждут начала наступления где-то в середине апреля. Ну а как же им не ждать, если они смотрят тот же телевизор и видят те же заявления и Лукашенко, этого Шапира, и кого они-то еще больше волнуются, их это собственной шкуры касается. Мне кажется, да, это идет. Мягкая капитуляция, она уже... Да, мы не затронули взгляды одной очень активной группы, ультрафашистской. А эти... Вот мы... Вы имеете в виду коллективного Гиркина, да? Коллективного Гиркина и коллективно ненавидящего его Пригожина. У них там борьба за... Ну, в любой фашистской партии, естественно, борьба за лидерство. Легендарные военкоры, вот вся эта компания. Они так же, как, мне кажется, Кадыров, но они выступали вместе, сейчас они разошлись, у них разные цели. Они тоже, как Кадыров, готовятся к постпутинской реальности. И у них самая убедительная позиция
постпутинской реакции. Давайте посмотрим, вот, что говорит практически ежедневно Пригожин, который не Иосиф, в своих видео. Мы вот героически сражаемся, у меня не хватает боеприпасов, возможно, мне придется отступить. Тогда, дословно, тогда весь фронт будет обрушен государственной границы. В этом виноваты предатели Генштаба. В этом виноваты предатели в Генштабе. В этом виноваты... Они уже готовят свою политическую платформу в стране, проигравшей войну, в которой у них будет прекрасная позиция. Мы герои, сражавшиеся на фронте, а вот предатели в Генштабе, Шойгу, Герасимов. Тогда они уже будут повторять и Путин. Вот они, ну, классическая гитлеровская, понимаете, тут аналогия уже с новым Гитлером. Если Путин был как бы ремейком Гитлера во власти, то новый, то вот этот коллективный Пригожин будет ремейком молодого Гитлера с теорией удара в спину. Вот Пригожины будут рассказывать, фашисты будут рассказывать, нам ударили в спину предателя Генштаба, олигархи, да, кстати, пограбить, он не чужд таких бизнес-интересов, пограбить всех этих олигархов. У фашистской партия, она единственная, которая входит в постпутинскую Россию с подготовленной и логичной идеологической и политической платформой. Ну что ж, нас... На этой оптимистической ноте. Да, на этой оптимистической ноте я должен вас поблагодарить за ваши интереснейшие комментарии. Суть всему, нас ждет очень интересное развитие событий. Может быть, в середине апреля. А может и позже, может и в середине мая. Главное, как говорят украинские военные, чтобы погода благоприятствовала, а земля просохла. Или, может быть, они тем самым такими заявлениями вводят противника в заблуждение. Противник будет ждать, пока земля просохнет, а ВСУ пойдут вперед, не дожидаясь сухой и солнечной погоды. Ведь когда они успешно наступали в Херсонской области и в Харьковской области, ну, погода была не идеальная, согласитесь. Да, и мы с вами, скажем честно, целый час тоже тем занимались, что вводили противника в заблуждение. Надеюсь, удачно. Такое тоже бывает. Андрей Ильич, спасибо большое за разговор. И спасибо всем, кто нас смотрел. До следующей встречи.